Сюда активисты местного отделения партии «Единая Россия» и представители администрации Госатомтехнадзора приходят второй раз. Месяц назад мобильная группа уже осматривала берег реки. Тогда результат был неутешительным. Повсюду навалы мусора и строительные отходы. В этот раз изменения налицо. Набережная оказалась намного чище, но не везде. Некоторые граждане до сих пор не доносят мусор до контейнера и оставляют его не в положенных местах. Все нарушения были зафиксированы участниками рейда. Любой желающий может сообщить о фактах незаконного сброса мусора через социальные сети, выложив в интернет фото или видео с хэштегом «Свинья» или через портал «Добродел».